Спасатели Карачаева-Черкесии в горах Донбая ищут туриста из Чебоксар, сообщает Интерфакс. Мужчина не вышел на связь в назначенное время. Маршрут туриста – поселок Донбай, ущелье Джумаат. Его он должен был пройти с 24 по 31 августа. Установлено, что действительно 49-летний пропавший турист зарегистрирован и проживал в городе Чебоксары. 4 сентября ночью спасатели Донбайского поисково-спасательного отряда вернулись на базу. Поиски результатов не дали. В 6 часов утра 4 сентября спасатели Донбайского поисково-спасательного отряда в составе 5 человек и 1 единицы техники продолжили поиски туриста. Маршрут поиска – поселок Донбай, гора Лыкол, перевал Назалыкол. Для усиления группировки на поиски туриста выдвинули спасатели Черкесского поисково-спасательного отряда в составе 6 человек и 1 единицы техники.